Вот то, что осталось от знаменитого ресторана «Славянский базар». Вот это вот шикарное крыльцо. Вход. Вот эта лестница. Пройдите. Так, немножечко пройду. Посмотрим. Да. И после пожара уже не восстанавливали этот ресторан, к сожалению. Лепнина, ангелочки, вот эти фризы. Все, что осталось от входа в Славянский базар. Мы в московском кафе «Сорока» на Никольской улице. Европейская и грузинская кухня. Интересно очень место. После холодного дня погреться здесь просто здорово. Мы в московском ресторане на улице Никольская. После холодного промозглого дня, после прогулки, так хорошо здесь оказаться и согреться горячими блюдами. Вообще кухня и европейская, и грузинская. Мы выбрали горячие блюда, а на десерт вот штрудель с горячим чаем. В ресторане «Сорока». Согрелись, напились чаем, горячие блюда заказали и попробовали грузинскую кухню и десерты. Сейчас собираемся уходить.